привет моим подписчикам, моим гостям, подписчикам моим любимым-любимым. Всем привет, всех люблю, целую, обнимаю. Сегодня у меня слегка необычный видеоролик. Я не буду называть это МК. МК должно называться, когда показывает профессионал. А у меня просто видеоролики о том, как лично я делаю ту или иную работу свою. Ну, чтобы это ни было. Сегодня у меня ремонт нечаянно порванных бриджей трикотажных. Они лежат у меня уже месяца три, ну, с лета, в общем-то. С лета. Новые бриджи нечаянно порваты. Зашитыми ходить не хочется, выбросить. Жалко, потому как они первый раз одеты и сразу убиты. Я прошу прощения, слегка приболела, но это уже остатки. И у меня, я долго ждала, специально я не люблю покупать какие-то там, бежать, тратить деньги несусветные. Что у меня там висит, панно? Какие-то несусветные деньги тратить сразу прям в ремонт. Я всегда жду. Ну и, как показывает практика, не зря. У меня появился кусочек очень небольшой, очень симпатичного дорогого кружева. И пара фрагментов как раз спасет ситуацию. Сейчас я перевожу камеру и все показываю. Я уже приготовила, вырезала фрагменты. Они такие шелковистые. Черное не совсем удобно снимать. Включено. Да, фонарик включен. Прошу прощения. Я положила, думала, может, будет лучше видно. И вот сами бриджи. Бриджи симпатичные такие, украшены блестявочками. И вот, представляете, вот сама авария. И сейчас будем с вами реставрировать. О, как раз навелось, видите, отлично. Отлично навелось. Ну, собственно, что тут такого сложного? Сейчас я покажу, как я это все сделаю. И покажу, о, видите, как там и было. И покажу в готовом виде. Так, ну, надеюсь, ага, наводится. Смотрите, я схватила, скрепила чуть-чуть. Но даже такая экспериментаторша, которая не признает правил, как я, знает, что нужно все проутюживать, постоянно припаривать. Поэтому, смотрите, вот сейчас вот такой шовчик, да, я сейчас положу внутрь что-то плотненькое, и сверху через проутюжку я это все придавлю с паром, а потом уже буду пришивать аппликацию. Видите, уже перестала морщиться. И поверьте, ну, в видео под фонариком, конечно, видно, а так, в принципе, одел бы, пошел, уже бы так и не бросилась в глаза. Ну, с дырками ходить точно не хочется, в любом случае. Все, сейчас я начинаю пришивать аппликации, ну и по ходу буду показывать. Посмотрите, как выглядит, как будто бы эта вышивка прям по трикотажу. Это я еще не отпаривала утюгом. Я ее пришила, первый фрагмент. Я хочу разбросать по штанинке теперь вверх. Это сутюжится, это вот отпечаталось. Видите, то, что проутюжка, куда утюжком поставила. Ну, я когда буду заутюживать еще раз, это все спрячется. Ну, и это видно под фонариком. Без фонарика просто на взгляд этого не видно, конечно. Я сейчас покажу без проутюжки. Ну, практически идеально, видите. И пришивала я шелковой нитью, совершенно не видно. Как будто бы вышивка сделана на ткани, на самой, на трикотаже. Сейчас я слегка припарю. Я на себе показывать, к сожалению, не буду. Это не мои, это мои подруги. Штанишки нечаянно порванные. Но мне очень хотелось сделать ей приятно. Она была огорчена. Вот видите, чуть-чуть видно, где пришивала контур сетки. Я прихватывала контур сетки, прихватывала жилки, а потом еще прошивала по контуру лепестков. Чтобы не коробилась, чтобы не тянулась. И не очень сильно стягивала, потому что это все-таки трикотаж. И при ношении, при одевании, чтобы не произошло никакой очередной аварии. Сейчас я припариваю, показываю припаренное. Ну вот и все. Так интересно играет цвет шелка. Я считаю, идеально.
Влага еще осталась. Но я очень влажную проутюжку ставила. Все, вот такие штанишки. Решила еще раз показать. То есть, видите, они еще и получились такими нарядными. Так, ворсинки. Вот тут дефект и вот декор. То есть, конечно, уже вид идет, видите. Не будет выглядеть, как будто бы здесь была дырка, ее зареставрировали, а выглядит как нарядные, новые, декорированные бриджики. Ну, я надеюсь, вам понравилась идея декора. Просидела я 3 часа, я думала, все-таки справлюсь гораздо быстрее, но хотелось очень качественно сделать. Я лицом вниз просидела, отекла. Ну, ничего страшного, это все проходящее. Всем всего доброго, подписывайтесь на мой канал, заходите ко мне в группу. Кто вместе со мной делает какие-то мои идеи воплощает, кому нравятся мои идеи, кто вместе со мной их воплощает, что-то такое интересное делает вместе со мной, может быть, что-то свое делаете. Делитесь у меня в группе, можно фотографиями, можно видео. Единственная просьба не ссориться, никого не оскорблять и вежливо общаться. Всем пока, всех целую и обнимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили оповещения о моих новых видео. Я с радостью делюсь своими идеями, своими находками. Единственное, я не претендую на мастер-классы, поэтому, пожалуйста, не пишите мне какие-то комментарии, которые касаются именно мастер-классов. Я делюсь своими идеями и то, как я это сама воплощаю. Я не профессионал, я не швея, я просто люблю что-то делать своими руками. Всех целую и обнимаю.